Сегодня 8-й день нашего отдыха в Геленджике, на побережье Черного моря. Мы сегодня утром сходили, искупались, позагорали, потом немножко отдохнули. Сейчас вечер, и мы приехали на центральный рынок для того, чтобы купить всякие вкусные фрукты. Персики, арбузы, абрикосы, там, черешню и так далее, да? Алиса там видит белую собачку. Вот здесь вот это центральный вход на Геленджикскую набережную. И вот здесь вход на рынок. Идем? Вперед. Мы идем на рынок покупать вкусные фрукты. Мы пойдем здесь. Вот мы зашли на рынок. Здесь фруктовые ряды. Еще вот сюда, Марин, давай. Будем смотреть, что здесь есть и что нам купить. Черешня сказка, как мед. Ну вот, что тут есть? Персики, абрикосы, аромат стоит какой. Нет, я чищу вот такие. Виноград. Вот здесь есть желтые арбузы. Мы уже его пробовали. Еще возьмем, попробуем. Да. Красные арбузы. Орехи. Арбузы красные, желтые. Желтый арбузик возьмем, да? Да, мы сейчас пробежимся и потом вот возьмем. Вот это сорт шампань. Вообще, в Астрахани в 60-е годы селекционировал. Для мошков. У кого аллергия на красную. Но зато по сладости он бедный был, да. А мы же в прошлый раз такие только побольше, да, Брэн? По-моему, такой же был. Если его кушать, его охлаждён будет. Супер. Да? А мы на красный. А вот красный вы его видите. Что, давай купим арбуз? Ну, давай. Давай. Желтый. Побольше, поменьше. Пошла. Разница. Покупаем желтый арбуз. Вот такой вот он. Алиса, тебе понравился желтый арбуз? Будешь еще кушать? А? Егор, тебе желтый арбуз понравился? Да. Ну, значит, будем сейчас кушать еще. А нет, тысячную только. Тысячную меняй. Мне кажется, что вкуснее был бы красный. Ну, идем дальше. Ну где-то здесь брали. Орехи из Абхазии. Чучхела. Это тоже вкуснятина, тоже возьмем, попробуем. Чучхела. Вот. Специи всякие здесь продают. Идем смотреть дальше. Ягодки. Смотрите, ягодки какие. А вон черешня. Крыжовник. А вот это вот сувениры всякие. Орехи там и сладости в меду. Куда идем? А, вот персики мы там дальше брали, Маш. Зелень, ну, наверное, надо будет взять зелень. Черешня, желтая и красная. А, ну, давай потом подойдем. Ну, давай посмотрим. Рыба какая. О, надо взять, да. Вот такая рыбка тут висит, продается.
Барабулька копченая. Здорово, подойдем, возьмем тогда. Пойдем сначала. Ну, зайдем. Чучхела, чучхела, вкусная. А почему у вас не сырные персики? Делают персик 350. Пойдем. Клубничка, малинка, вкусная, красная. Так, ну что будем брать еще? Ну давайте. А какая вот повкуснее? Мы в прошлый раз какую брали? Мы брали с гранатом и какой-то с грецким орехом была. С грецким орехом? Это все. Вот это все с грецким орехом. А там? А там вот это фундук полностью, вот это двойной фундук. Ты будешь, Костя? А вот это уже фрукты орешки. Давай одну вот с гранатом одну. Вот это же с гранатом, да? Да. Давай. Одну хорошо. А вот это с чем? И одну какую? Ты будешь с лимоном? Буду. А вот это зеленый? Киви. А можно жевать? Конечно, можно. Такая. Все? Вот чучхелу купили. Очень вкусная штучка. Это сладость с орехами. Идем дальше. Алиса, а что ты будешь? Я хочу черешню. Алиса будет черешню. Да, вот эту черешню. Какую Алиса будет черешню? Вот эту. Вот эту? А вот эти не будет. А почему? Это тоже вкусное. Я такие ем. Ты понимаю. Такие ешь? Они очень вкусные, да? Вот эти самые вкусные. Мы не попадаем. А тут маленькие такие. Тут маленькие. А внизу там. Тут маленькие. Маленькие. Маленькие, да. Нет, мы побольше купим. Вот эти побольше. Что, Алиса? Жвачка. У Алисы жвачка. Да, это у меня там кармашки. Потому что у меня тут камушек, а тут у меня жвачка. Да. Да, как у мамы. Как у мамы. Мама что там берет? Мама персик. Персик берет мама. Что, вы будете черешню? Да, Алиса же сказала, что она будет только эту черешню. А это черешня вкусная? А ты что, забыл? Мы в прошлом году ели такое. Она сладкая. Полкилограмма черешни. Вот это, вот это, вот это. Нет, вот это. Орехи? Морковь. Тут зашли на рыбный рынок, и вот тут раков увидели. Вот. Они еще живые, шевелятся. Да? Давайте рыбу посмотрим. Мы сейчас рыбу хотим купить. А Алисе с Егором интересно, Алиса, на раков посмотреть. Смотри, да, я вижу. Да? Ну, а мы хотим рыбу. А какой тут звук? Мы хотим рыбу выбрать. Сейчас пойдем рыбку вкусную повыбираем.
Селедку. Селедку, ты же ее не будешь есть. Ну, в общем, выбираем рыбу. Здесь у Егором так все раки привлекают. Да? Такие добренькие. Не цапает. Мама у нас покупает рыбу. А вот здесь тоже всякая рыба. А вот этот один раз король. Он чем дает этот. Егор тут рака одного взял. Ну-ка покажи. Покажи. Вот этот рака такого взял. Он шевелится. А Алиса боится, да? Я боюсь. А Алиса боится. Ну потрогай хотя бы пальчиком. Я взял короля раков. А вот этот вот чинит. Потрогай пальчиком. Это вот еще какой-то малютка. Да, малютка какой-то. Ну-ка. О, шевелится. Ой, он своему другу прикусил эту клешня. Ага. Еще синие два. Синие два, да. А Алиса боится раков трогать? Алиса только пальчиком. А нету и мертвых у меня. Ну все, пойдемте. Чистые сладкие, розовые, то же самое сладкое. Покупаем помидоры. Давай, да, вот эти желтые. И меня отрофируете? Нет, вас... Не надо меня. Здесь еще сувениры рядом. Лавки сувенирные. Есть. Алиса сидит, водичку пьет у нас. Так, помидорчики купим. Или полкило? Ну, давай полкило. Ну вот мы и закупились. Еще, наверное, зелени нам осталось купить. Да, Маш, зелени еще? Что такое? Водичка. Водичка? Попила? Да. А ты, Егор, попил? Да. Ну все. Идем зелень покупать. Зашли еще салаты всякие. И даже попробовали. Обалденный на вкус. И мы сейчас еще хотим взять салатика. Егор с Алисой там играются. А мы покупаем баклажаны. Ну и всякие тут салатики. Тут аж слюнки бегут. А вот это желтенькое, что это такое? Женьшень. Вы знаете, даже тут кто ничего не ест в нашем. Женьшень. Кальмары тут маленькие. Давай. Так, делают вас сыром, да? А вот это что такое желтое? Женьшень. И два зелени. Завтра придет еще раз. Да. Мы сидим. Она там не обвила и не щит. Сама задиралась. Ну ладно, сейчас будем пробовать. Что еще? Все. 4000. Цветы всякие. Вот Адамово яблоко, да. Ой, сколько цветов всяких интересных. Ну, в общем, мы сделали наши покупки, да, Егор, Алиса? И идем домой, да? Егор, Алиса, сюда повернитесь. Понравилось, что мы купили, а? Алиса, Егор, что больше всего понравилось? Желтый арбуз или персики, или что, или черешня? Черешня. Черешня? А Алисе желтый арбуз понравился, да? Что, всем говорим тогда пока-пока. Я вам дарю. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Ставьте большой палец вверх. Я вам дарю что-то.
А мы идем домой пробовать наши фрукты и желтый арбуз. Там что такое, цифру есть. Пока-пока.